Друзья, всем привет! Вот тут у меня на самом интересном месте сломался мой пистолет клеевой. Начал вытекать клей в другую сторону. Не скажу, что я от него была в восторге до этого. Очень много клея уходило просто, пока он разогревался, вытекало из носика. В общем, неприятность эту я решила исправить. Это, конечно, штука классная в том плане, что клей не пахнет, он гипоаллергенный, быстро схватывается. Ну вот, в принципе, как оказалось, можно вообще обойтись без этого пистолета. Для этого просто берем утюг, включаем его на троечку и вот так вот наплавляем стержень, который предназначен для клея пистолета. Немножечко вот так с краю наплавили на горячем утюге. Видите, вот так. И берете зубочисткой вот столько, сколько вам нужно. Наносите точно так же. И все чудесно приклеивается. При этом вы сами регулируете, сколько клея вам нужно. Не сколько вам выделил клей-пистолет. Бывает, что такая капля вышла жирная, а вы делаете какую-нибудь тонкую работу, и вам абсолютно не нужно столько клея. А вы тут сами регулируете, немножечко набрали на зубочистку, сколько вам надо. И чудесно вот так вот приклеили. Все прелести этого клея без мороки с клеевым пистолетом. Быстро, без запаха, гипоаллергенно. И при этом ничего не ломается, ничего не течет. И вот эти палочки клеевые расходуются очень экономично. Считаю, отличная. Отличный лайфхак. Без мороки и с экономией. Все как я люблю. Вот смотрите, как легко потом это все вытирается. Утюг должен быть горячим. Салфетку взяли. И вытерли. Только возьмите ее хорошенечко так плотным кусочком, чтобы не обжечься. Все отлично вытирается. Если вам, например, нужно намазать пожирнее, побольше, то берете палочку, точно так же наплавляете ее хорошенько. Тоже действовать быстро нужно, ну как в принципе и с самим пистолетом этим. И палочкой проводите, вот, чтобы было побольше клея. Точно так же провели. Клея получили больше, и получается наклеить более объемный кусочек. Вот таким образом, никаких проблем.